Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение говорящего тома «Бег за золотом». А у нас завершается событие... Как оно называется? Сейчас нам покажут. Итак... Сила цветов. Слушайте, а я не успел до 9 часов. Хотел вот удвоенные жетоны пособирать, и осталось мне совсем немного, но я не успел. Не успел на одну минуту зайти. Но не беда, у меня уже есть, в принципе, почти все на двоих наших котиков. Принцесса Анжела и пожарный Том. А давайте, мы в прошлый раз, по-моему, бегали офицером там, Анжела или кем. Поэтому сегодня побегаем пожарным Томом. Так, вот он у нас, да? Теперь мне уже спешить некуда. Двойные жетоны, у меня их нет. Поэтому спокойно могу открыть сейф. Так вот. Ух ты. Сколько всего. Ну и такой уже открою, рекламный тоже. Он, конечно, не такой прибыльный, как вот просто открытый сейф. Тот железный, а этот деревянный, да? Но, тем не менее, бесплатно, почему бы и нет. Так, Том, ну давай тебя немного улучшим. Я, конечно, не богач, но вот хотя бы шлем. Слушайте, шлем по максимуму. Вот это у него шлем крутой. То есть он не в каске, вот это пожарная, а в какой-то такой кибер-супер-пупер шлеме каком-то там, ультра. Класс. Так, ну остальных жетонов мне не хватает, да? Супер. Том. А давай тогда еще немного и дом построим. Хэнку поможем, да? Дом гавайского Хэнка. Мы вообще еще ничего не строили. Ладно, начнем. А самое главное, это, конечно же, дом. Все остальные украшения это такое, потом в дом можно въехать, там уже жить и территорию подделывать. Так, вот даже крыша уже есть и двери, то есть, интересно, там есть кровать уже внутри? А стол, там кухня? Не знаю. Но вот сейчас доделаем ему веранду. Есть такое. И сверху вот уже какую-то там сделаем, типа мансарду там или что-то, нет, пока еще нет. А теперь... Ну, в общем, просто второй этаж, там два окошка, типа две комнаты для гостей. По сравнению с вот этим домиком, да? Этот выглядит вообще просто как какой-то пляжный домик, да? Ну, в принципе, это есть как пляжный домик, ведь это же гавайский, на Гавайях-то я не думаю, что строят там какие-то большие дома. А вот такие вот, это же городской, да, дом неоновой Анжелы, кажется, он в городе находится. А это такой маленький, скромненький, но уютненький домик. Ну что, Том, нам нужно сколько, смотрите. На Анжелу 850 цветочков. У меня 758 есть, а мне нужно всего лишь 92 цветочка. Вот когда я соберу 92 цветочка, я не буду сегодня ставить ни рекорды, ничего. Соберу цветочки и потом побегаю на перегонки, в общем, с другими игроками. Если там получится, если будет мне это все доступно. А вот сейчас цель 92 цветка. 4 уже есть. Уже меньше осталось. Класс, мне эта локация так понравилась. Я в нее не наигрался. Она очень редко выпадает. Сразу сейф прям. Так, чаще гораздо там всякие вот эти шахты. Ну или стандартный там забег. А вот Гавайев почти нет. Ну вот, не успела набегаться, уже в город побежали. Хотя интересно, как с Гавайев прибежать в город, да? Так, а мы даже сразу попали, наверное, в Гималаи какие-то, то есть. С того места, где очень-очень тепло, а попали в то место, где очень-очень холодно. Ой, тут цветок был, отлично. Так не получилось, где нормально цветочки собирать. Ой, пропустил, вы что? И так их мало. А если еще пропускать, караул? Ладно, мне есть спасение. Вот это я врезался. Бегал перед этим. Собирал 300 цветков, вот уже буквально сегодня вот. Ни разу не врезался за 1500 вот этих вот метров, которые я пробежал, пока собирал их. А тут сразу раз и врезался. Потому что скорость маленькая. Непривычно. На большой скорости никогда не врезаешься почти.
Вот сколько обзоров предыдущих было, кто смотрит, вот, то вы знаете, что я добираю до рекорда, потом сам врезаюсь, как бы, всяких сложностей. То есть не так, что там бегу, пока не вернусь. Нет, я бегу, пока не поставлю рекорд, потом сам врезаюсь в основном. А вот тут такая неудача сразу. О, вот и шлем. А, я хочу посмотреть на это. Ну как-то он немного неприродно смотрится на нем, да? А, сзади там такая красная. Ой, какая-то красная. Красный значок. Думаю, может такой-то огонек, как у пожарного, ну, не знаю. Пока я в этом сомневаюсь. Просто ладно, у него костюм был. А, ну, красный костюм, как бы пожарного ж красный, все правильно. А вот почему шлем такой желтый какой-то? Такая улыба. Ну, в общем, ладно. Со шлемом не разобрался, точнее, наоборот, разобрался, повозмущался, хватит. Буду дальше собирать цветочки. Тем более, вот уже 32 даже собрал. А мне сколько там нужно было? 92, то есть 3 я уже собрал. А сейчас он начнет бегать еще быстрее. И процесс сбора тоже ускорится. Да, жалко, я думал успеть вот перед 9 часами зайти. Я вот эти цветочки собрал бы там, ну, в 2 раза быстрее, соответственно. Занял там у меня там минут 5 бы. А потом дальше как бы бегал уже, ну, с... Ну, игроками просто в соревновании. У меня, кстати, такая идея появилась. Сделать обзор Тома «Мальчики против девочек», то есть именно в соревнованиях участвовать. И потом я, ой, пропустил цветок, пока еще не так много котиков, но все равно. То есть пробежаться всеми котиками-девочками, ну, Анжелками в данном случае, да? У нас одна девочка. И пробежаться героями мужского пола, там всякие Томы, Хэнки, Бены и т.д. и т.п. У меня тоже они еще не все открыты. И вот как бы, о, класс, пляж, который я говорил, редко попадается. И потом посчитать, а больше выиграли мальчики или девочки. То есть от меня тут мало будет зависеть, так как я буду против живых игроков играть. Соответственно, от них тоже будет много зависеть, буду я выигрывать тем или иным персонажем или нет. Так что в ближайшее время сделаю такой обзор. Обязательно посмотрим, когда свои идеи и пожелания, конечно, сейчас не получится вам, наверное, в комментариях написать, но разве что под другими видео. Если хотите, там под многие видео, которые не совсем детские, комментарии разрешены. Соответственно, там можете написать. А, не хочу в лес. А почему не хотел в лес? Я хотел в лес. Я просто хотел цветочек и хотел в лес. Но как бы жажда побыстрее собрать цветочки перевесила. Так что если у вас какие-то есть интересные идеи по формату записывания, вот именно забега для Тома, пожалуйста, с удовольствием их выслушаю. Почему-то не знаю, мне вот резко захотелось сделать «Мальчики против девочек». Так. Космос. Смотрел вчера, как пускали в Штатах новую ракету с космонавтами на борту. Красота неописуемая. Вот тоже немного приобщился к космосу, да? Так прикольно. Космонавты полетели в космос, а ракета сама приземлилась потом спокойно на платформу в океане. Раньше это было просто фантастикой. А сейчас реальность. Мы тоже прыгаем на батуте. Илон Маск, это разработчик этой ракеты, сказал. А потом, все-таки батут работает. Ну, по поводу ракеты. У меня такая шутка была, так и у нас вот тоже батуты здесь. Как все в тему взаимосвязано. Вроде бы записываю детскую игру, да? А можно аналогии проводить с реальным миром, скажем так. С реальной жизнью. Так, 76 цветочков. Осталось совсем немного. Видите, скорость большая и уже намного легче не бежится. Свободнее. На большой скорости даже вот
на самого Тома даже можно не смотреть. То есть смотришь только на очертания таких вот препятствий. То есть впереди кажется там на машины, там всякое такое. А когда маленькая скорость, приходится и на Тома поглядывать, так как... Ой, блин, вот видите, не допрыгнул немного. Чуть не врезался. Опа. 81. Ой, опять-то. Довольно-таки сложная локация. Раньше я здесь вообще врезался постоянно. Особенно когда только она появилась, не помню, там пару лет назад. Только вдуматься, пару лет назад появилась. Я уже, больше 3 лет эту игру записываю. И надо, было такое, что и год не записывал. Потом опять год не записывал. Но вот сейчас, как я уже говорил, когда начали частые розыгрыши героев проводить, то желание в нее бегать опять вот появилась вновь. Ну, кстати, я уже почти собрал цветочки, вот 90, еще 2, да? И, кстати, вот уже близко почти к рекорду подбегаю, еще там 500 000 будет рекорд. Но, как я говорил, сегодня у меня цель не рекорд, а цель просто накопить на принцессу Анжелу. Так, заходим сюда, смотрим. Ровно 850 цветочков. Ничего не перепутали. Герой открыт. Анжелка. Ура, ура, ура. Так, Том, Анжелка, есть все. Ждем новых героев. Поздравляю тех, кто их успел купить, собрать на них, да? Ну, купить это, конечно, громко сказано. Ну, хотя за цветочки мы тоже их покупаем. Так. Ну, Анжел, ты прости, конечно. Я буду сегодня... Ух ты, где ты? Ух ты, где ты, да? Вот смотрите, получается... А вот для железного Бена вот тот шлем был бы идеальный, да? Так, ну-ка, Том, где ты? Вернись в семью. Пожарный Том, я теперь буду искать его полчаса вообще. А, где ж ты есть? Пролистал тебя, наверное, уже. Сколько их здесь? Просто ужас. Опа! А для чего? А для того, чтобы вот побегать в турнире. Так, ну я не знаю, я сначала все-таки посоревнуюсь, потом попробую кубок выиграть, потому что в прошлый раз я проиграл. Ну-ка. Сара и Анжела, ух ты. Вам до пожарника далеко. Пожарники такие спортивные ребята. Так, кстати, я уже забыл, что здесь делать и как здесь делать. Опа. Пока я вроде бы на первом месте. О, там кто-то ускорился, да? Оп, отлично, только меня там догоняют. Капец. И перегоняют, смотрите, что творится, а? Так, ну-ка, погнали. Давай, быстрее, быстрее. Слушайте, а он, наверное, тоже ускорился. Плохо. Очень плохо. Вот там я разомедлился, и все. Как же плохо, слушайте. Ну, конечно, да, 47 секунд. Совсем не то. Ладно, погнали еще раз. Том, ты давай там вспоминай, как все это делается. Это что-то ты, наверное, устал после длинного забега, после сбора цветов, да? А я тебе заставляю теперь соревноваться еще. Вот такой вот я нехороший. Ну блин, я ж вначале как бы там нормально вел, кажется, все там. Было чики-пики. Просто пару раз вот это вот замедлился. Караул. Опа. Что ж ты сделал? Вот вроде бы я и без ускорения, да, стартового. А все равно вот так впереди выбегаю. Так, отлично. Еще немного. Так, давай, ускоряйся, ускоряйся. Да что ж ты творишь, да? О! Ай! Что? Вы это видели? Блин, я вот там хвостиком где-то какой-то лапкой там, какое-то перышко упало, там шерстинка. Зацепил замедление. И вот все.
как это, блин, вообще некрасиво получилось. То бывает, все забеги до одного выигрывают, то вот здесь... Прям, не знаю... Аж расстроился немного. Так. Самое интересное, что вначале я же вот нормально стартую, кажется, вот. Противники там далеко позади. Ну, просто редко играю, вот раз до конца там не изучены. Смотрите, так, так. Опа, здесь больше. Вот не знаю там, где кто, на карте мне, ну, может и видно, но просто я ж как бы... Нет времени на нее смотреть. Ладно, вот здесь никуда там не кляпаться. Никакие истории. Вот, отлично. Вот теперь точно хорошо. 46-200, ну, больше на полсекунды. Молодец, Том, наконец-то, я в тебя верил. Так, ну и самая последняя гонка. Скажем так, закрепить результат. Вспомнить окончательно, как это делается. Так, опа, давай. Погнали. Ой, что-то я сразу на красненькое. Я вот, получается, рано нажимаю на этот бег в сторону. Да что ж такое? Когда вот пробегаю красное, вот это препятствие. Ой-ой-ой. Так, хорошо. Ай. О, отлично, так, побежали. Пока меня вообще никто не догоняет даже, надеюсь. Ведь уже, по идее, скоро финиш. И... Йоху! Я это сделал. О, противники нас сейчас уже следуем. 48 секунд, почти на 2 секунды отстали. Ну вот, как бы и все. Класс. Так, ну что ж, друзья, на этом наш обзор сегодняшний завершен. Завершен, считаю, удачным. Герои новые куплены, гонки выиграны. И хорошее настроение получено. А на этом с вами прощаюсь, до следующих выпусков. А если вам понравился этот обзор, то поддержите его своими лайками. И оставайтесь с нами. В следующий раз надо будет бегать Анжелой, принцессой. Пока-пока.